Итак, сегодня две покупки, как он называется, Сали Пазари, 82 магазин, короче, значит, первое, что я купил, это наушники, ну, обычные по телефону Nokia, 12,95, в принципе, вроде как недорого, у нас такие в два раза дороже стоят такого типа, послушал музыку на них, в принципе, качественно, 12,95, турецких лир, дальше купил шампунь, вот такой вот самый дешевый, небольшой емкости, ну, как небольшой, 200 или сколько здесь миллилитров, да, 200, шампунь стоит 6,95, и тапочки купил себе для душа, обычные самые вот эти вот пластиковые, это я их называю, тапочки 7,95 стоят. Все вместе 14 лир.